15 чукотских пациентов прооперировали врачи Хабаровского филиала Национального медицинского исследовательского центра микрохирургия глаза имени академика Федорова. В течение недели с 5 по 12 июля они работали в Чукотской окружной больнице, оказывали помощь коллегам. Офтальмологи из Хабаровска проводят финальные осмотры пациентов. За неделю на Чукотке они прооперировали 15 человек с разными проблемами зрения. Все успешно идут на поправку. Вверх посмотрите, вниз. Все операции проходили в хирургическом отделении стационара Чукотской окружной больницы. Пациентам с глаукомой и катарактой врачи Национального медицинского исследовательского центра микрохирургии глаза буквально подарили ясный взгляд и хорошее зрение. Уже на второй день результат был хорошим. Я надеюсь, что сказали, что улучшится еще лучше. Так что я благодарен им всем, что они проделали с нами такую операцию и делают людям добро, и дают им зрение. Очень быстро и хорошо. Я очень доволен. Вот. Уже повязку сняли с глаза. Все работает исправно. Сейчас на Чукотке нет оперирующего офтальмолога, поэтому руководство окружной больницы заключило соглашение о взаимодействии с Хабаровским медцентром. Планируется, что специалисты будут приезжать на Чукотку раз в квартал. Следующий визит врачей запланирован осенью. Ну а в сложных случаях пациенты будут направляться напрямую в Национальный медицинский исследовательский центр. В Хабаровский филиал микрохирургии глаза, то есть отправляются наиболее сложные пациенты, которых прооперировать в местных условиях можно, но процесс выхаживания сложный. В некоторых ситуациях требуется этапное лечение, когда это нужно делать несколько раз. Поэтому здесь это будет делать проблематично. То есть и таких пациентов доктор здесь смотрит, адекватно оценивает ситуацию, оформляет телемедицинскую консультацию с нами, проводит. Мы анализируем, что происходит с пациентом, уточняем диагноз и, соответственно, определяем показания к хирургии, назначаем дату и местные доктора. Эта система уже выстроена и успешно работает. Жители Чукотки регулярно направляют на операции в Хабаровск. В прошлом году порядка 200 жителей Чукотки получили специализированную хирургическую помощь в Хабаровске. В этом году мы за 6 месяцев порядка 120 пациентов прооперировали. Ну и думаю, что количество пациентов, которые приезжают к нам в Хабаровск, уменьшится, как только здесь будет готов специалист. Кроме работы с пациентами, специалисты крупного медицинского центра также проводят обучение местных врачей. По словам офтальмологов, Чукотская окружная больница имеет необходимую техническую базу для проведения обследований и операций. Вероника Токмачева, Роман Малыхин, Вести, Чукотка.